Ну, сейчас смотрите внимательно. В перекладине Виктор Чукарин, абсолютный чемпион прошлых Олимпийских игр. Комбинация Чукарина отличается большой. Следующее упражнение – прыжок. Теперь Чукарин на параллельных брусьях. Перед ним стоит задача – набрать в сумме всех движений 114,25 балла и тем самым опередить Такаси Оно. Известный своей собранностью и необоримой волей к победе, Чукарин точно выполняет поставленную перед собой цель. Нужная сумма баллов получена. Во второй раз завоевывает звание абсолютного чемпиона наш Виктор Чукарин. Команде советских спортсменов вручаются золотые медали. И на австралийском стадионе приветствует сильнейшего гимнаста мира.